Точно так же, как и сейчас, Любовь Асанова бежала по столичной трассе. 2 дня назад она приняла участие в международном забеге «Астана-марафон». Говорит, бегать привыкла много, поэтому бежала дистанцию более чем 42 километра. Говорит, вместе с ней бежали спортсмены из 24 стран мира. Комфортно было всем. Старт был в 8 утра, но потом, как говорится, уже где-то к 12 вышло солнце и было очень жарко. А так вот, я говорю, идеально, через каждые 5 километров были пункты питания. Это вода, изотоник, бананы там. Плюс очень крупными буквами, вот прям цифры, был указан каждый километр. И ты бежал, и ты вот знал, например, сколько тебе остается, ты уже ориентировался по времени. За участие в марафоне Любовь Асанова привезла медаль. Но награды, говорит Любовь, совсем не главное. Прежде всего, бегуны таких марафонов пропагандируют здоровый образ жизни и призывают присоединиться к ним как можно больше людей. Валерия Чудинцова, Владимир Пороховой, новости Темиртау.